Всем приветики, с вами Милис, и мы продолжаем играть в Paleo Pines. В прошлой серии мы наконец-таки заполучили себе динозаврика нового, мы с ним подружились, так что теперь он бегает за мной, и ему нужно будет построить ранчо. А еще мы познакомились с Марией и другими жителями и поняли, как выполнять задания. Так что надевай наушники, бери что-нибудь покушать и поехали! В этой серии мы должны построить ему загончик, во-первых. Во-вторых, у нас есть семена разные. По заданию нам тоже надо бы кое-что сделать. О, всеядный, хрустящий, минимальная область, тая, бегун. Круто. Ага. О, смотри, сколько всего выполняется-то, а? Вот, по заданию. Нам здесь надо что? Чеснок. Чеснока у нас нет. У нас есть морковка. И все. Чеснок я не знаю, где добыть. Я его не видела ни у кого, чтобы купить. Я вспоминала, как бы здесь построить эти загоны. И вспомнила, мы же их собирали. Они же собираются. И потом... И мы их либо собираем, либо создаем у Марио, или как его там звать, мужичочка. Вот. У него. Вот, видишь, у нас есть один загончик. Давай пока седло сюда перемещу. Манго тоже. Это что? Картофель? Ну, пусть будет. Так, так. Давай попробуем. Смотри, где у него будет загончик. Наверное, рядышком где-то здесь, я думаю. Так что можно сделать вот так вот. Давай попробуем. Это правильно, как я думаю? Вот. В принципе, да. Ага, все, нам нужно будет их создать. Для этого нам нужно будет расчистить вот эту территорию. Эту территорию мы можем расчистить только благодаря нашему другу, нашему вот этому динозаврику, Паразауролофу. Просто лаки. Я уже запомнила, понимаешь? Я уже запомнила, как его звать. Отлично, волокна. Так, лаки теперь на уровень выше. О, у него, то есть, энергии больше становится. Круто. 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 Только мы вот древесину, а то волокна мне не очень как-то нравится. Вот, отличненько. Так, давай тут еще больше соберем. Я не знаю, давай-ка древесину какую-то. Это мы можем? Нет. Все, он устал. Он устал. Ладно, не трогаем его. Окей. Так, что у нас с грядками? Это мы собрали, получается, дерево, волокна. И пойдем потом на базар. И попробуем создать заборчик. Так, что у нас здесь? Поливать надо? Вроде новый день наступил. Давай посмотрим, надо ли поливать. Да не, не надо. Нормально. Все нормально. Так, тогда... Что я еще хотела? Сделать новые грядки. У нас есть морковка. Раз. Есть картошка. По заданию. Нам нужно 10 чего-то там. 10 морковки. То есть, а у нас всего 3 морковки. Давай копать. Поехали. Раз. Два. Вот тут. Угу. Угу. Блин, вот это очень красиво. Это фонарик, я так понимаю. Я бы его забрала себе. Там. Блин, здесь тоже надо расчищать будет. Опа, я уже сделала. Это 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Так, хорошо. Давай посадим морковки. Или картошки. Я не помню. Морковки. Давай морковочку посадим. Так, раз морковка. И два морковка. А почему ты не садишь? Вот. А почему она не садит? А почему она только по одному разу садит? Ладно, давай я просто это на мышке сделаю. Я не знаю, почему.
что-то не хочет. В последнее время что-то как-то геймпад стал плохо здесь работать, именно в этой игре. Ладно, это мы сделали, теперь нам нужно полить. Водичка у нас вроде тут есть, сейчас мы это польем дельцем. Но поливаем и спокойно. Ой, устала. Да ничего, еще чуть-чуть. Чуть-чуть полила всего-то. А почему тот не полился? Нечестно. Нечестно. Так, а куда вот этого деть, мне интересно? Если мы ему не построим загончик, он что, получается, одиноким у нас будет? Он не потеряется? Он не убежит от меня? Я вот думаю, он не убежит от меня? Потому что, так, вот этот, блин, вот эту глыбу, блин, убрать. Ладно, поехали теперь. Есть у меня место? Есть. Пошли теперь тогда на базар мощеный. Так, трава у него вроде есть. Да, пусть кушает. Поехали. Поехали. Так, пошли, пошли, пошли на базар, пошли на базар. Мы тебе забор купим. У тебя будет свой загон. Будешь сам по себе. Потом, наверное, надо будет ему еще парочку приманить. Ему же одному скучно, наверное. Верно. А зачем вообще им загоны делать? А, они как бы и так вон бегают спокойно, все хорошо. А флейта им можно, кстати, делать указания. Типа остаться, пойти за мной. То все. Вроде как. О, мы камень подобрали. Прекрасно. Так, давай. Оставайтесь тут, пожалуйста. А, блин, а что ему? Давай, ему надо сказать, чтобы он как бы... Эй. Так, L2. Раз, два, три. А, жди здесь. L1. Раз, два, три. Отлично, все. А ты куда за мной бежишь? Подожди тут. Ой, да. Так. Вот, к нему мне надо. Мне надо к нему. Здравствуй, мне нужен забор. 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 Слушай, мне забор нужен. Ракушки? Малый камень грез? А мне он реально нужен? А зачем он? Зачем он, кстати? Так, давай-ка это... Мне нужен будет забор. А чё, я не могу тебе забор сделать? А, магазин. Может, стоп, не заказ, а магазин? Торговать. Во, стой, вот что мне надо. Мне нужно очень много. Подтвердить. Угу. Так, теперь у меня есть веревочный забор. Отлично, мне нужно одни ворота и кормушка. А кормушку давай я у тебя сделаю. Ой, кормушку давай я у тебя сделаю. Заказ. Ну, я хочу кормушку и, скорее всего, маленькую. Маленькая кормушка. Древесина ракушки. То есть она стоит 50 ракушек. И древесины 10. А в магазине у него 100 ракушек. Ладно, я просто хочу уже сегодня ему все сделать. Все. Надо будет ракушки заработать, серьезно. Нужен камень ему, грез, кажется. Так. У него чеснок появился? Рис. Сахар. Мука, еда для плотоядных. Давай купим ему чуть-чуть еды. И тут чуть-чуть еды, все. Угу. Так, и заказики. Что у нас по заказикам? Так, мне нужно 3 как можно скорее камня. Окей. Клумба, окей. Вон, давай ей дадим. У меня есть камень как раз. Слушай нам. У меня чуть-чуть ничего не появилось. Окей, пошли тогда.
Пошли, мы закупились. Надеюсь, мне хватит 20 заворов. И сейчас мы ему сделаем. Ему минимум нужно 25 по площади. Все, пошли. Все? А, нет, нет, не пошли. Он не идет за мной. Потому что флейта. Потому что что? Потому что флейта. Так. Следуй за мной. Раз, два, три. Пошли. Поехали. Так, ты за мной? Да, он за мной. Отлично. Так, потом тут еще какую-то нам надо будет клумбу найти. Господи, у нас до сих пор задание найти какую-то здесь шляпку. О, блин, я бы его забрала себе. Я могу его забрать себе? Отлично, я взяла большой камень грез. Все, у меня есть камень грез. Кстати, мы впервые дожили до... Ну, как дожили? Увидели вечер. Дожили. Не-не, тут все хорошо. Тут все хорошо, тут спокойно можно жить. Все. Сколько у нас вечера? Сколько у нас вечера? Ну, отлично, хорошая мысль. Сколько у нас вечера? Сколько у нас вечера? Давай тебе сюда. Пошли, 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 пошли. Так, смотри, что у меня есть. У меня есть камушек, смотри. Я могу его здесь тебе поставить. На. Мне надо оградить это дело. Так. Давай наоборот. А тут бревно. Отлично. Так, а теперь мне нужно что? У меня есть ворота. Стоп, я не взяла ворота? Я не взяла калитку? Серьезно? Я калитку не взяла, слушай. Блин, я калитку не взяла. Что делать-то? Так, мне нужна древесина. Так, давай-ка передадим всю древесину. Так, максимум, подтвердить. Дальше вот это, подтвердить. И еще клевер и одуванчик. Клевер и одуванчик, хорошо. Так, я не взяла, получается. А уже как бы ночь, слушай, уже как бы надо, ну, спать, все дела. Иди сюда. Давай его оградим просто. Я теперь не могу за него это сделать. Ладно, ничего страшного. Я думаю, что ничего страшного. Давай-ка поспим и все. Я думаю, ничего страшного. Ничего страшного не будет. Ничего страшного, думаю, не случится. Он же не убежит. Надеюсь. Он убежит, но все, хана. О, он тут. О, привет! О, доброе утро, прости, что не предупредил в визите. Я надеялся обновить сведения о паразоре лопов. Можешь представить, насколько они были размыты? А паразоре лопа можно называть паразавром.
Ох, я ведь их даже не встречала раньше. Чего уж говорить о научной классификации. В общем, я заметила, что у тебя появился новый друг, Галимий. И даже недели не прошло с твоего приезда. А мне, чтобы приручить Бонга, пришлось месяцами из кожи вон лезть. Не хочу хвастаться, но я вроде как эксперт по Галимию. Весь мой дом завален информацией об уходе за динозаврами, наблюдениями, теориями, догадками, но все полезное. Хочешь узнать подробнее по уходе за Галимимо или в целом о том, что радует динозавров? Давай загоню с нами. Когда приручаешь динозавра, его загон становится его личным уголком. Динозаврам нравится, когда в загоне достаточно места и когда он полностью отгорожен. Но не совсем полностью. Без ворот не обойтись. Но они всегда должны быть открыты, чтобы динозавр мог приходить и уходить в любое время. В хорошем загоне должно быть место для приема пищи и сна, а еще там должен быть чисто. А скоро ты поймешь, что я имею в виду чистотой. Поверь, лопаты лишней не будет. Хочешь спросить еще о чем-то? Таня, динозавры прямо как люди, они привередливы в отношении пищи, что, когда и сколько. Во-первых, количество. Очевидно, что большие динозавры едят большие порции, а крошки маленькие. Лучше, чтобы кормушка еда была всегда. Во-вторых, базовое питание. Травоядные едят растительный корм, а плотоядные – мясной корм. Оба вида можно купить у Курлана на мощеном базаре. Кстати, не стоит класть мясной корм в кормушку травоядного друга. Это хуже, чем совсем его не кормить. В-третьих, вкус. У каждого вида динозавров есть любимые вкусы и те, которых они терпеть не могут. Галимимы теперь любят хрустящие штучки. Морковь, болгарский перец, ревень и прочее. Другие могут предпочитать сочные и пряные угощения. Но у каждого динозавра в отдельности есть своя любимая еда. Вот Бонга обожает чеснок. Из пасти потом жуть как пахнет. Не подскажу по каждому динозавру, но ты можешь проверять разные продукты. И обязательно записывай наблюдение в журнал, который я тебе дал. Хочешь спросить о чем-то? Да, камень грез. Я заметил, что в загоне Лаки уже есть камень грез. Такие камни – главный залог уюта для динозавра. У науки нет ответа, почему они так любят камни грез, но факт остается фактом. Если камня не будет, то однажды твой хвостатый друг убежит законно на его поиски. Кстати, ты тоже поглядывай по сторонам. Камни грез встречаются редко, но если планируешь завести новых друзей, то без камней не обойтись. Хочешь спросить? Да. Доверие. Так, самое главное, что нужно запомнить, динозавр тебе не принадлежит. Динозавры не питомцы, не собственность, а не друзья. Динозавры остаются с тобой по своей воле и всегда могут вернуться в дикую природу. Чем лучше ты за ними ухаживаешь, тем больше они тебе доверяют, тем дольше с тобой живут. Если между вами достаточный уровень доверия, динозавр может стать верховым, а вообще некоторым даже нравится помогать на ранчо. Динозавры сами дадут понять, что на них можно забраться верхом, но лучше сначала запастись седлом. Поверь, на собственном опыте проверено. Хочешь? Нет, все, спасибо. Я получила очень много информации. У меня будет к тебе одна просьба, или скорее рекомендация. Если узнаешь о каком-либо виде что-то новое, пожалуйста, запиши это в журнал, хорошо? Твой журнал станет кладезем открытий, изученных предпочтений, характера, вкусов и прочего. Почаще используй журнал, и ничего не забудется. Еще я бы хотел иногда сверяться с твоими записями. Ученого всегда можно удивить. Смотрю, у тебя уже есть записи о галимимах. Очень ответственный подход к делу. Посмотрим поближе на вид галимим. Вот, держи журнал вот так. Видишь, как галимим себя чувствует? В загоне. Ага. Сердце показывает, насколько галимим тебе доверяет. Рук вокруг него отражает радость в текущий момент. Чем радостнее динозавр, тем больше он будет тебе доверяться с каждым днем. А теперь, с твоего позволения, я отчалю по важным делам. Пункт назначения – библиотека. Используй следующее, чтобы привлечь внимание динозавра. Уйди, боги мои. Надо ему внимание уделить. Так, теперь флейта. Раз, два, три. И следуй за мной. Раз, два, три. Пошли? Пошли. Пошли. Так, ну в принципе, вот это как бы его загон, но как бы и не совсем.
Ага, там кусты. Не, ну я его типа привела. Просто у меня загон не готов. Мне нужен клевер, а мне нужен одуванчик и древесина. А, слушай, в загон. Может, мне нужно в загон... Стоп, в загон. Может, мне в загон клаки его привезти? Давай приведем его в загон клаки. Во. Так. О, отлично. Так, чтобы он остался здесь. Но это не его дом. Слушай, нет, это не его дом. Это не его дом. Нет. Его дом вот тут вот. Это тут его дом. Ага. Блин. Нам надо сделать загон. Так, во-первых, нам нужно на нем покататься. Во-вторых, мне надо убрать вот этот булыжник. А, его даже не убрать. Слушай, его не убрать. Так. Давай вот это все уберем, расчистим. Отлично. Так, вот это можем убрать. Отлично. Вот это мы не уберем, походу. Вот это мы не уберем, вот это можем убрать. Отлично. О, новый уровень. И теперь нам нужно купить... ворота. Мы не купили тогда ворота. Блин, их так много. Мне кажется, мне не хватит потом моего ранчо, чтобы их все у себя держать. Чё-то такие маленькие. Такие маленькие. Вау. Так, подождите меня тут. Так. Мне срочно нужно купить ворота. Чем обязан? Так. В принципе, я могла вчера уже сделать заказ ему просто. Подожди, нет. Ой, Вот, мне нужно купить это, да. Есть у меня. Все, я купила ворота, отлично. Так. Дальше что? Дальше. Ему что-то надо. Чего тебе надо? А, чтобы купаешь? Так, поговорить. Извини, я сегодня рассеян. Сегодня у дяди день пробуждения, а я совсем забыл. Только пару минут назад дошло. У тебя есть одуванчик или клевер? Дядя Тесс любит их больше всего. Что ж, если скоро найдешь цветы, приходи, мы что-нибудь придумаем. Слушай, вообще-то мне самой нужны одуванчики. Я тебе не дам одуванчики. Я тебе одуванчики не дам. О, новый заказ. Давай заберем. И пойдем. Так, у тебя ничего не появилось интересного? Подожди. Торговать. У меня ничего не появилось интересного. Уходим. Неинтересно. Так, смотря сколько растут растений, сколько нам надо, в каком количестве, мне кажется, нам нужно очень большой огород. Очень. Давай. Поехали, будем тебе загон делать. Поехали. Как же красиво, ручеёк. Жаль, у нас-то нет ручейка. Да. Кстати, у нас там тоже есть фонарики, нам бы научиться их перемещать. Наверное, это будет позже.
Так, Галимиму нужно внимание, окей. Галимим, сейчас тебе будет внимание, шикардосное внимание. Так. Да. Так, теперь мне нужно ворота. Теперь мне нужно ворота. Развернуть. Развернуть. Вот так вот. Давай вот так вот сделаем. Построй новый загон. Отличненько. Слушай. Слушай, слушай меня, псы. Так. Раз, два, три. Следуй за мной. Раз, два, три. Пошли, пошли, пошли в твой новый загон. Пошли, 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 пошли. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Это твой новый дом. Слушай. Ты куда ушел? Пошли, 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 пошли. Пошли, 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 пошли. Я не то нажала, я перепутала кнопки. И до встречи ему сказала. Так, это твой новый дом. Раз, два, три. Галим переезжает в новый дом. Галим, Галимиме. Поставь кормушку в загоне. Хорошо. А где кормушка? Где кормушка? Я чё, кормушку не купила? Ёлы-палы. Я чё, кормушку не купила? Наверное, никто не бегает так на базар, как я. Господи, я забыла купить кормушку. Я забыла купить кормушку, походу. Ой, стой, ты что тут носишься? Пошли. Пошли, нам надо бежать за кормушкой. Так, давай заберем его. Пошли. Пошли. Он, наверное, не пойдет с нами. Он, наверное, с нами не пойдет. Блин. Надо все флейтой это делать. Так. Раз, два, три. Следуй за мной. Раз, два, три. Так, пошли. Так, где? Где мой Лаки? Господи, я его уже потеряла. Так, стоп, стоп. Кстати, можем вот это пока все поубирать. Волокна всякие. Отлично. Вот этот весь мусор заодно. Ну, все, устал. Ну ладно, пошли. Как раз я выберу за тем, чтобы у него возрастал уровень. Чтобы у него энергия больше становилась, запас. Видишь, он пока с нами ходит, у него, короче, уровень-то возрастает. А когда мы будем на нем кататься, он, видимо, еще быстрее будет возрастать. Так, у нас у Лаки уже вон 5-й левел. Так, пошли кормушку купим. Господи. Так, ну, слушай. А, у меня 26 ракушек. Я даже не куплю, походу. Я не куплю. Стой, я ему даже и не закажу? Я ему даже не закажу. Потому что 50 ракушек надо. Я ему даже не заказать не смогу. Прекрасно. Так. Динозавр требует уход. 2, нужно полить урожай 14. Ай, господи, сколько всего. Поищи рядом с мощенным базаром, поищи рядом с тайным прудом в долине шляпу, найди камень, поручные инструменты, вырасти морковь, чеснок, забери у жителя Марии, клюква, дуванчики. Господи, тут столько всего, откуда мне столько взять? Так, а где мне искать Марии? Где мне искать Марии? Стоп.
Нет, у него только эти поппинсы. А сюда можно пройти? Нет. Нам надо выполнять задание и зарабатывать ракушки, потому что я не могу ему купить кормушку. Ему заказать даже не могу кормушку. Так, сколько мы там древесины надо? Давай посмотрим. Где я все забываю. Так, чтобы заказать кормушку, нужно сколько? 10 древесин, у меня 7 и 50 ракушек. Окей. 10 древесин, у меня 7. Плохо. Давай сначала польем урожай. Хотя вроде он был мокрый. Ну ладно. Садимся. Поехали. Что это за... Почему у него нет зелененькой полосочки, как у Галимима? Странно. Может, он не кушал или что? Ладно. У нас потом еще возле какого-то пруда нужно кучу всего найти. Так, в первую очередь полить урожай. А древесину мы сейчас, наверное, нигде не возьмем, потому что у нас нет энергии. Давай его отпустим. Так, я могу, интересно, взять седло и на него его посадить. Нет, он не доверяет мне, не доверяет еще. Так, о, реально надо полить урожай. Нет, не лопата. Вот. Поставь кормушку в загоне. Она таки будет, походу, висеть, пока я не поставлю. Так, по идее, через день или два у нас уже что-то да будет. Ага, вода закончилась, надо набрать водички. Так, и возможно лопатой мы сможем как раз таки тут все собирать. Давай потом попробуем. Может, как раз таки дерево насобираем. Пойдем за кормушкой. Мы эту серию туда-сюда мотаемся, честное слово. Так и не выполнить какие-то задания. Мне нужно тот, кто будет это все поливать. Так, отлично. Берем лопату в руки. Нет, лопату. Лопату в руки. Нет. А что это? Что это я сделала? Что это за дырка? Что это такое? Чего? Понимаю. Не понимаю. Так. Ладно. Что у нас тут? Может, что-то прибавилось? А, одуванчик? О! О, вот куда я всю древесину дела. Блин. Ему, конечно, не... Ладно, давай, наверное, на этом заканчивать, потому что нам нужен урожай, нам нужна энергия, нам нужны денежки, нам нужно выполнить задание. Так что давай на этом закончим, продолжим уже в следующей серии. Так что, если хочешь продолжение, не забудь ставить царский лайкосик, комментарий и подписочку. И все, все ссылочки на все эти в описании, и всем пока.